Всем привет! Вы на моем канале Миланон. Итак, 6 апреля будет самый главный матч в этом месяце в Бундеслиге, где, возможно, разыграется салатница. Встречаются Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд. У Дортмунда осталась лишь одна гонка – это чемпионство. В последней игре Боруссия давалась нелегко, но все же она победила со счетом 2-0 над Вольфсбургом. Даже при отсутствии Марко Ройса по уважительной причине и рождения дочери. В прошлом матче с Баварией он сделал дубль. И в этом матче команды должны сделать ему подарок. И ей поможет Пищик Диало и Пако Алькасер, которые должны восстановиться к этому матчу. Бавария немного притормозила и потеряла очки в матче с Фрайбургом и оставила много сил в кубке, в кубковом матче, выиграв 5-4 у Хайденхайма. Букмекеры ставят фаворитом Баварию, но я верю, что Боруссия выиграет. И мой вариант такой. Тотал Боруссии больше одного гола за коэффициентом 1.81 или двойной шанс за коэффициентом 2.63. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!